художественном музее «Арт Донбасс» состоялось открытие планшетной выставки «Шкатулка драгоценностей» из коллекции Российского этнографического музея города Санкт-Петербург. На выставке представлены изображения украшений, характеризующих художественные традиции и эстетические вкусы почти 40 народов Российской империи. Эти предметы типичны для народной культуры, бытовавшей с конца 17 до начала 20 века. Всего в экспозиции представлено 20 планшетов. Эта выставка действительно является открытием и вдохновением для многих посетителей нашего музея. Можно узнать больше свою историю, углубиться в знание того, какие народности и этносы населяют нашу многонациональную страну, по-новому взглянуть на то, как украшали себя и на парадные мероприятия, и в повседневной жизни, проследить о том, как у каждого народа меняется взгляд на то, каким должны быть головные уборы. Ювелирное дело является традиционным искусством художественного творчества многих народов России. Украшения стали обязательными частями разнообразных национальных костюмов народов. Также представлены серьги, пояса, сумки национальности чуваши, башкиры, адыгейцы, русские. Это все позволяет еще раз испытать гордость за свою страну и узнать очень много интересного. Планшетная выставка «Шкатулка драгоценностей» из коллекции Российского этнографического музея города Санкт-Петербурга в художественном музее «Арт Донбасс» продлится до конца марта месяца.